Такая гениальная мысль, думаю, посещала каждого из вас хоть раз в жизни. Сколько раз ты начинал новую жизнь? Вернее, собирался ее начать с понедельника, со следующего месяца, с нового года. Начать бегать по утрам, бросить курить или выучить английский. Умом ты понимаешь, зачем тебе это надо. Но как будто не хватает сил, энергии, мотивации, и твоя новая жизнь заканчивается во вторник ровно на том месте, где ты ее и начинал. И ты до сих пор живешь на автопилоте. Годы идут, и ничего не меняется в твоей жизни. Сколько сейчас денег на твоем счету? Тебя устраивают твои отношения? Тебе нравится, как ты выглядишь? А что со здоровьем? Часто болеешь? 95% времени твой мозг работает на автопилоте. И что бы ты ни пытался сделать по-новому, твой мозг все равно вырулит на проложенный маршрут. А я знаю, как тебе можно измениться так, чтобы все действительно офигели. Приходи на бесплатный разбор. Расскажу.